Поднимайте нос высоко, деревья плодоносные. Пусть вы нам давали летом ароматные плоды, но что похоже вы стали в одни морозные. Без воды и солнца вам не миновать беды. Сила дерева во глубине корней. Чем деревья не похожи на людей? Нас объединила цепь слов и родословий, а с ней вереница рождений и смертей. Кровь имеет свойство запекаться, у наших тел одно сходство — разлагаться. Написано на глыбе надгробного кварца: изгнаннику самое время в землю возвращаться. Бог вылепил, обжег, назвал изгнанника Адам. От него развеяна живая пыль по ветрам, истребленная потопом. Спрятанная в водах, остался на борту ковчега праведник Ноах. Вот его дети, Яфет власть имеет, Сим молитву затяжную деет. Хам смеялся над отцом, в кандалах пшеницу сеет. Смерть всеми сыновьями людскими владеет. Она судья для богача, простолюдина, в Эдеме ее родина, на Голгофе чужбина. По изволению царя царей, господина, приговору смертному подвержена живая